Мы живем в Болгарии много лет и очень любим розы. Розы в Болгарии повсюду. В этом фильме я сниму розы, которые растут просто на улицах, или рядом с отелями, или рядом с жилыми домами. Но это просто розы, которые окружают нас в обычной бытовой жизни. Смотрите мой фильм. Это фильм про розы. И котик там. Ну, исполняй свою арию. Ну, давай, что ты застеснялся? Ну, иди сюда-то. Куда ты убежал от съемок-то? Давай. В нашем розарии распустились розы. С ума сойти. Посмотри, вот иди сюда. Да, посмотрим. Да, розы, розы красивенькие. Нас арестуют, когда домой пойдем. В нашем садике распустились розы. Оля решила срезать некоторые. Хозяин подарил. Да, хозяин? Да, вот разрешил. Отлично. Сейчас еще красную одну возьму, чтобы было. И одну такую можно? Сейчас можно, я скажу. Разрешаю. Вот да, этим русским разреши им, так они весь куст вырубят. Да. Подарили сегодня Оле. Спасибо. Да. Спасибо большое. Добычу показали. Красиво. Сегодня цветочный день. День цветочный. И несешь цветы. Ездит охрана. Народа нет? Охрана есть. Море, пальмы, розы. И я. Мусорная корзина. Все есть, все на первом плане. Вот такие грабители. А грабители есть, а охрана не арестовала. Хотя я не знаю, выглядит вроде хорошо. Да, красиво выглядит. Просто таких дорожек осталось не так много. Давайте вместе полюбуемся этой красотой.